Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала. Здравствуйте, дорогие участницы нашего совместного проекта «Райский сад». Предлагаю вашему вниманию отчет за июль месяц. Наш СП в разгаре, у нас очень много финишей, есть старты. Большие работы уже перевалили за половину и движутся к завершению. Хочу напомнить, что наш совместный проект продлится до 1 октября, значит, у нас осталось немного времени, отчет за август и сентябрь, и будем подводить итоги. По окончанию нашего совместного проекта мы, конечно же, проведем розыгрыш среди готовых работ, поэтому не забываем добавлять фотографии готовых работ в альбом с готовыми работами. Ну что, приглашаю к просмотру, поехали! Марина Черная вышивает дизайн от Анны Кузнецовой, называется «Тигруля». Здесь используется 27 цветов ниточек ДМС, размер в стежках 105 на 123, основа линда 27 каунта белого цвета. Пишет нам Марина, что «Тигруля» уже полностью готов, осталось вышить цветы, ну конечно же и бэкстич. Очень милая работа, вышивается, как вы видите, достаточно быстро. Юлия Дубинкина вышивает набор фирма «Чудесная игла. Семейное гнездышко». Размер работы 19 на 25 сантиметров. Используется 39 цветов. Пишет нам Юлия, что рубеж в 50% пройден. Вышивается просто на одном дыхании. Я думаю, что с такими темпами скоро будет у нас и финиш. Работа очень интересная и она многих привлекает своим дизайном. Вторая работа от Юлии – это набор фирмы «Лукаэс. Птички в гнездышке». Вышивается эта работа на аиде 18 каунта, используется 33 цета, размер 20 на 31,5 сантиметров. Пишет Юлия, что вышивается легко, но мелкие каунты и быстро устают глаза. Главное по чуть-чуть вышивать, все обязательно получится. Работа очень интересная и очень-очень редкая. С удовольствием будем наблюдать за отшивом. Отчет Кристины Внуковой. Парад шаров от фирмы «Клубок желаний». Размер работы 40 на 30 сантиметров. В крестиках 288 на 216. Вышивается на аиде 18 каунта кремового цвета. Используется всего 47 цветов. По техникам крест, полукрест, бэкстич и французские узелки. Работа достаточно хорошо продвинулась за этот месяц. Желаем шустрой иголочки и таких же хороших продвижений. Также Кристина Внукова отчитывается еще по двум работам. Во-первых, это «Книжная полка», авторская схема Любви Воденниковой. Размер этого дизайна 68 на 21 сантиметр. Вышивает Кристина на австрийской равномерке, этамин 25 каунта, через две нитки переплетения. Пишет Кристина, что эту основу подкрасила сама в розовый цвет. Ниточки используются СХС, размер в крестиках 299 на 99. Используется по техникам крест, полукрест, бэкстич, французские узелки, бисер, 3/4 креста также. Всего в работе используется 72 цвета, 3 бисера, есть бленды, которые Кристина не смогла посчитать, наверное, их там много. В целом работа получается очень яркая, хорошо проработанная, красивая. На данный момент у Кристины вышито 65%. И вторая работа, которую нам еще добавила Кристина, это кружева коты, кружева и коты, так, наверное, называется эта работа. Это Елена Шат, размер работы 229 на 217 крестиков. Пишет нам Кристина, что основа крашена, это Моника, покрашена в светло-фиолетовый цвет с разводами. Ниточки здесь гамма, всего 4-5 цветов, и будет еще и бисер. Вот такое вот интересное начало. Также представляю вам отчет Элизы Левиевой. У Элизы много работ. Во-первых, Элиза отчитывается по набору фирмы «Новая Слобода». Очень красивый цветок вышивается, роза на тонированной основе.
Аида здесь 16 каунта, размер будет 28 на 35 сантиметров. Ниточки здесь Аврора 120, всего используется 21 цвет. И в этом месяце прибавилось 1050 крестиков. Второй процесс — это РТО, тюльпаны на столе. Здесь прибавилось 2000 крестиков, размер работы всего 28 на 28 сантиметров, вышивается также на Аиде 16 каунта, но здесь белого цвета, и мы видим, что работа очень хорошо продвигается, идет к финишу. И еще одна работа — это попугай от фирмы Nitex, очень интересный яркий дизайн, размер работы будет 37 на 27 сантиметров, вышивается на Аиде 14 каунта белого цвета, ниточки здесь ПНК, всего 22 цвета. И тоже хорошо подросли попугайчики в этом месяце. И еще один дизайн, очень масштабный и интересный, это набор фирмы Luca S, коллекция Colette Letty 980. Размер работы будет 58 на 51 сантиметр, вышивается на Аиде 16 каунта, используется 54 цвета ниточек. Вышивается в основном крестиком в 2 ниточки, также есть полукрест в 3 ниточки и есть бленды и бэкстич. И в этом месяце прибавилось 4000 крестиков. Вот такой вот отчет за июль месяц. Достаточно хорошо потрудилась Элиза, но я хотела бы сказать, очень хорошо потрудилась Элиза, столько процессов и все потихоньку продвигаются. Елизавета Хлюстова продолжает работать над набором фирмы Dimensions, и называется «Японский сад». Вышивается на Аиде 16 каунта светло-голубого цвета, используется 40 чистых цветов и 7 блендов. Размер работы будет 46 на 35 сантиметров. Работа вышита уже больше, чем наполовину. Пишет нам Елизавета, что хорошо продвигается работа и с огромным удовольствием. Александра Босс вышивает два достаточно масштабных процесса. Во-первых, это набор фирмы «Чудесная игла», аромат сирени, размер работы 40 на 37 сантиметров. Используются здесь ниточки Мулине Гамма, 41 цвет. В наборе входит Аида 14 каунта белого цвета, но Александра ее заменила на Монику 28 каунта. Пишет нам, что в этом месяце появилась первая веточка сирени и всего вышилось 3500 крестиков. Очень хорошее продвижение. Второй процесс — это «Солнечные мечты» от фирмы Алиса. Здесь у нас Мулине Гамма 32 цвета, вышивается на Аиде 14 каунта. Здесь все Александра оставила из набора, размер работы будет 30 на 40 сантиметров. И в этом месяце прибавилось 1500 крестиков, пишет нам Александра. Получается очень красиво, ну и Александра довольна своими процессами. Что ж, желаем шустрой иголочки, ждем продвижения. Ольга Водолазкина, во-первых, представляет нам финиш. Это и старт, и финиш июля месяца. Набор фирмы Dimensions, знаменитая гортензия, очень-очень красивый дизайн, красивый цветок, вышивается на Аиде 18 каунта, используется всего 25 цветов ниточек Dimensions, размер 13 на 18 сантиметров. Пишет нам Ольга, что очень легкий процесс, все быстро получилось. Ну, вы видите, какие красивые колоритные фотографии в унисон с природой. Ну и дальше Ольга продолжает участие с масштабным дизайном. Это набор фирмы Letty Stitch «В стране грез», артикуль 959. Здесь используется 52 цвета Мулине Анкор, вышивается на Аиде 16 каунта. Сложность здесь четверочка из 5. Все вышивается крестиком в 2 нити, есть бленд, немного бэкстича, размер работы будет 44 на 29 сантиметров. Ну и то, что вы видите сейчас на фотографии, здесь у нас ровно 30%, пишет нам Ольга. Желаем удачи и ждем следующего отчета.
Наталья Аксенова отчитывается по дизайну фирмы Dimensions. Это в сборке в клубка желаний. Это набор называется «Сладкий нектар». Размер работы 30 на 30 сантиметров. Вышивается на AIDE 18 каунта. Используется здесь 43 чистых цвета и 13 блендов. Конечно же, крест, полукрест и бэкстич. Пишет нам Наталья, что в июле месяце добавился еще один сюжет с калибри и геранью. Вышивать эту работу — сплошное удовольствие. Переходим к отчетам Татьяны Буркицы. Татьяна вышивает дизайн фирмы Dimensions, но в сборке от Amishop. Дизайн называется «Сумеречный мост». Я думаю, он многим известен, этот дизайн. В работе используется 42 чистых цвета и бленды. Техника крест, полукрест в 2, 3, 5 нити, французские узелки. Вышивается на AIDE 18 каунта. Пишет нам Татьяна, что вышилось уже 5 листов из 15. Сейчас активно строится домик. Вы видите, какая красота получается. Работа хорошо продвигается. Желаем шустрой иголочки. Вторая работа Татьяны. Татьяна в июле месяце нам добавляет набор фирмы «Жар-птица». Вот такая прекрасная птичка с банкой варенья. Замечательный яркий дизайн. Вышивается этот дизайн на AIDE 14 аккаунта светло-голубого цвета. Пишет нам Татьяна, что, к сожалению, камера не передает оттенок основы. Ниточки здесь ПНК, всего 23 цвета, 7 блендов. По техникам крест, полукрест, бэкстич. Пишет Татьяна, что надеется, что это будет отдыхалочка. Размер работы 22 на 18 сантиметров. Перед вами первый отчет. И пишет Татьяна, что все вышивается хорошо. И на самом деле, действительно, на данный момент работа отдыхалочка. Посмотрим, как будет развиваться процесс, потому что работа очень насыщенная. Нам всем очень-очень интересно. Переходим к отчетам Татьяны Туровой. У Татьяны много дизайнов в процессе. Итак, во-первых, это схема химеры Матильда в розовом саду. Хороша эта кошка. Размер работы будет 250 на 317 крестиков. Ниточки здесь СХС. Канва равномерного переплетения 25 каунта. Вышивается гобеленовым стежком через одну нить переплетения. Вот такая вот трудоемкая работа. Пишет нам Татьяна, что Матильда продвинулась еще на 10%, и это уже 60% от всей работы. Мало ей времени досталось в июле, начала 3 новых работы, а ведь была одна процессница. В этом году что-то меня понесло, пишет Татьяна. Ну что ж, это бывает. Нужно иногда позволять себе вот такие вот вольности. Второй дизайн — это коралловые розы. Авторская схема Любови Ющук. Используется 54 цвета ниточек. Пишет нам Татьяна, что вышивает на гобеленовой сетке 25 каунта через одно переплетение гобеленовым стежком в две ниточки. Ниточки здесь симулины СХС. На данный момент вышито 12%. Схема очень легкая и просто летит процесс. Мы видим, что хорошо выросла работа за один месяц. Вообще все дизайны очень значительно продвинулись. Будем ждать следующего отчета. Следующие дизайны Татьяны — это набор фирмы Лукаэс «Красавица под апельсиновым деревом». Канва здесь Аида Цвайгард 18 аккаунта. Ниточки Анкор 48 цветов без блендов. Все вышивается крестиком в 2 ниточки. И на сегодня вышито 35% работы. Очень хорошее продвижение. Работа замечательная, прекрасная. И еще один дизайн — это дизайн фирмы Dimensions. Бабочка вышивается подбором. Бабочку, пишет нам Татьяна, что продвинула совсем немного, так как это дорожный процесс, но вышивать в поездке не удалось. В поездке всегда вышивать сложно. Главное, большие масштабные работы так хорошо продвинулись.
Переходим к отчетам Елены Классен. У нас здесь целый парад готовых работ. Во-первых, Елена представляет нам завершенную работу по набору фирмы Риолис у фонтана. Размер работы 30 на 40 сантиметров. Вышивалась на иве 14 каунта. Техники крест в 2 и в 3 нити, полукрест в 1, в 2 и 3 нити. Также есть бэкстич. И немного лент, 4 цвета. Вышивалась работа Молине Анкор, 30 чистых цветов, 8 блендов из них. Работа масштабная, кропотливая, и перед нами предстает вот такая красота. Очень-очень шикарная работа, поздравляем с прекрасным итогом. Переходим ко второй завершенной работе. Это у нас красная смородина, набор фирмы Look AS по акварели Елены Базановой. Размер готовой работы 49,5 на 22,5 сантиметров. Техника счетный крест в 2 нити, ниточки здесь анкор, всего 38 цветов. Основа аида 18 каунта. И пишет нам Елена, что и эта работа в этом месяце завершена. Елена полностью довольна проработкой схемы. Конечно, работа яркая, очень красивая. С удовольствием мы все наблюдали за ее рождением. И третий финиш, не менее впечатляющий, это утренняя песня по буклету от фирмы Dimensions. Достаточно старенький дизайн, но он очень-очень красивый. Размер работы 114 на 140 крестиков. В процессе участвовало 26 цветов ниточек анкор. Техника крест, полукрест, бэкстич, французские узелки. И пишет нам Елена. Итак, у меня опять финиш. В этом СП было заявлено 7 работ. И как итог 7 финишей. Я очень рада. Эта работа получилась необычной. От нее веет стариной, нежностью и женственностью. Она вроде и плоская, как все старинные вышивки, но в то же время очень объемная. Потрясающий эффект. Действительно впечатляющая работа. Прекрасный получился месяц. По количеству финишей поздравляем и переходим к следующим работам. Дальше Елена продолжает участие в нашем совместном проекте с набором фирмы Dimensions «Парижский велосипед». Размер готовой работы 28 на 36 сантиметров. Всего используется 47 цветов. По техникам крест в 1-2 нити, также есть и в 3 нити, полукрест в 1 и 2 нити. Есть бэкстич 8 цветов. Пишет нам Елена. Юля, так как СП будет длиться еще 2 месяца, я приняла волевое решение продлить свое участие еще с 2 работами. Это одна из них. Вышивать будет весело. Забыла еще в описании добавить, что вышивается работа на канве 14 каунта светло-зеленого цвета. В наборе ничего не заменяла, оставила все как есть. Почему-то я вижу этот дизайн исключительно на канве молочного цвета, но муж сказал, что менять ничего не надо, все будет очень красиво. С художником спорить не стала. Посмотрим, надеюсь, что не пожалею. И еще один дизайн, это гордая красота, набор фирмы РТО, размер готовой работы 25 на 32 сантиметра. Основа здесь Лугана 28 каунта. Мулине ДМС 34 цвета и 6 блендов из них. Пишет нам Елена. И еще один процесс в пару к велосипеду. Конечно, куры с петухами у меня как-то слабо ассоциируются с райским садом, но они все-таки такие же птицы. Это один из многих начатых в прошлом декабре наборов. Вышито было 24 крестика и благополучно отложено. И вот наконец-то пришло время и этого набора. Сказать, что это долгострой, я не могу, так как вышивала от силы 20 минут, но очень рада, что благодаря этому СП количество начатых наборов неплохо сократилось. До половины еще далеко, но так сказать, продвигаемся. Итак, Юля, встречай новые обитатели нашего СП. Буду очень стараться, чтобы когда СП закончится, я могла похвастаться количеством финишей
по своим заявленным процессам. Но уже есть чем хвастаться, на самом деле очень-очень хорошие результаты, и работы не маленькие, масштабные, поэтому мы будем держать кулачки, чтобы и эти процессы обязательно завершились. Ольга Таршина к нам тоже с похвастушками. Целых два финиша. Ну, во-первых, это китайский набор фирмы Joy Sunday, птицы и ягоды, копия набора фирмы Алиса, синички и сирень. Вышивалась работа на Аиде 14 аккаунта с нанесенным рисунком, размер 41 на 33 сантиметра. Всего 33 цвета участвовало в данной вышивке. Ну, вы видите, что работа постирана, поглажена, вся разметка и весь нанесенный рисунок смылся. Очень красивая, яркая работа. Поздравляем с финишем. Второй финиш от Ольги – это риолис пестрый Анютки. Вышивка шерстью, размер работы 20 на 20 сантиметров. Очень красивая, яркая работа. Поздравляем с финишем. Предлагаю вашему вниманию отчет Оксаны Кузнецовой. Оксана отчитывается по набору фирмы «Чудесная игла», «Уютный уголок». Оксана заменила Аиду на Линду 27 аккаунта. И вот так хорошо продвинулась работа. Виктория Румянцева отчитывается по набору фирмы «Риолис Гортензия». Размер работы 35 на 30 сантиметров. Вышивается на Аиде 14 аккаунта. От Свайгард белого цвета, ниточки здесь мулине анкор, 26 цветов. По техникам крест в 1, 2 и 3 нитки, также есть полукрест в 2 и 3 ниточки. Ну и мы видим, что работа очень хорошо продвинулась, приближается к финишу, очень красивая, яркая, интересная работа. Также у Виктории случился финиш, это у нас Long Dog Sampler Z-Token. Вышивался на Аиде 14 аккаунта белого цвета ниточками ПНК Кирова. Всего здесь два цвета ниточек участвовало. Вот такой красивый сэмплер. Очень интересно смотрится, стильно, прекрасный подбор ниточек. Поздравляем с прекрасным итогом. Отчет Анны Кокориной. Анна отчитывается по набору фирмы «Золотое руно», «Павлин», размер работы 41,9 на 38 сантиметров. Всего здесь у нас 37 цветов ниточек «Мадера» используются. Пишет нам Анна, что продвижения за июль небольшие, но успела закончить два листа схемы из шести. Впереди еще много работы, красоты и, конечно, удовольствия от процесса. Желаем шустрой иголочки и ждем продвижений. Переходим к отчету Ангелины Орловой. Ангелина отчитывается, во-первых, по набору фирмы РТО. Вот такая прекрасная композиция. Здесь прибавилось 1176 крестиков. Пишет нам Ангелина, что готова практически половина работы. Еще чуть-чуть сложного участка в кружке, там где нарциссы. И начнется небольшая дыхалочка на кружке. А там и финиш не за горами будет. Что ж, держим кулачки, чтобы работа продвигалась также интересно и легко. Следующий дизайн — это набор фирмы Dimensions, восточная красота. Здесь у нас прибавилось 1120 крестиков. Пишет нам Ангелина, что перевалило за 50% работы. Вышился неплохой кусочек. На данный момент нахожусь на крупной грозди сирени. После нее пойду вниз работы. Наконец-то присоединятся новые оттенки ниток и даже новая техника на этой работе. Узор на обоях вышивается полукрестом и фон внизу тоже. Пока не смотрела, во сколько сложений нитей. Очень интересно, что будет получаться дальше. Когда вышла 50% работы и развернула, чтобы перезапялиться, очень приятно была удивлена красотой вышитого участка. И даже не верится, что эту верхнюю часть, эту кропотливую красоту я вышила. Кажется, что это просто нереально. Вот такая вот красивая работа. Ну и следующая работа от Ангелины – это набор фирмы «Риолис» и «Маки».
третий отчет по этой работе у Ангелины. Здесь прибавила 713 крестиков. Вышелся первый маг, начала второй. Получается нереальная красота, как 3D-эффект. Маг красивый, большой, объемный, вышивается просто и легко. Даже несмотря на то, что цветовая гамма однообразная. Наращивать лепестки мака интересно. Ну и также Ангелина добавляет еще один процесс. Это бабочка от вдохновения в технике бисер. Вот такие интересные дизайны. Ну а за подробностями заходите на канал к Ангелине. Там очень много всего интересного. Отчет Илоны, канал Хвостатики. Илона отчитывается по дизайну фирмы Буцилла. Вот такой интересный, очень яркий сэмплер. Пишет нам Илона, что продолжила вышивать свой сэмплер, но из-за жары дело движется медленно, вышивая по 100-200 крестиков. А мне он так нравится. Вышивала вторую картинку, но бэк решила делать после того, как вышью третью. Тогда покажу, как с бэк-стичем и без него. Думаю, будет интересно. Очень интересно. К тому же мы видим первую картинку. Это очень-очень яркая, интересная работа. Ждем, конечно же, отчета, ждем продвижения. Вторая работа Илоны – это дизайн от Crystal Art. Вышивается на AIDE 14 каунта с нанесенной схемой. Размер работы будет 26 на 44 сантиметра. Используется 31 цвет ниточек. Вот такие вот красивые павлины в цветах. Но работа непростая. Мы все знаем, когда идет нанесенный фон, часто бывает смещение по каким-то крестикам. И вот нам пишет Илона, что даже сделала перенабор, все начала вышивать с отметки, но увидела, что идет смещение, распустила, опять стала вышивать по с новой уже точке, но все равно есть какие-то сложности. Я думаю, что нужно вышивать немножко на глазок, ориентируясь на картинку. В целом получается очень красиво, очень красиво. Что, желаем терпения, выдержки и будем надеяться, что все получится, потому что работа прекрасная и хочется, чтобы она все-таки вышилась. Отчет Марины Лакизы. Марина вышивает набор фирмы Панна в бразильском лесу. Вышивается на AIDE 14 аккаунта зеленого цвета. Всего используется 50 цветов ниточек гамма. На данный момент у Марины вышито 50% работы. Вот такая яркая, красивая работа получается. Пишет, что летом немножко сложновато вышивать. Ну что ж, это у всех так. Отпуск, дача, много различных подготовительных процессов к зиме. Главное, работа вышивается. Переходим к отчетам Татьяны Шевченко. У Татьяны, во-первых, произошел старт и финиш. Это набор фирмы DMC. Называется «Летний букет». Используется здесь 10 цветов. Вышивка на AIDE 14 аккаунта. По-моему, пяльцы были в наборе. Вот такой вот получился итог. Очень яркая, красивая работа и прекрасные, чудесные фотографии. Также оформилась работа от чудесной иглы, июльский букетик. Очень красиво получилось, тоже ярко и сочно, по-летнему. Ну и еще один старт и финиш, это прекрасный цветок орхидея по набору Crystal Art. Это брошка. Быстренько у Татьяны все это получилось, брошка собралась, и тоже вот такие вот красивые получились фотографии. Больше фотографий, конечно же, в нашем журнале, в альбоме, в группе ВКонтакте. Все ссылки в инфобоксе, переходите и смотрите. И еще один отчет от Татьяны Шевченко. Это у нас набор фирмы Letty Stitch. Здесь у нас используется 58 цветов ниточек анкор, размер работы 43 на 30 сантиметров, достаточно большая работа, кропотливая, очень-очень яркая, как видите, уже есть достаточно большой фрагмент отшитый этой работы, и можно посмотреть, как все получается. Ярко, насыщенно, очень интересная работа. Отчет Полины Синицыной. Полина вышивает
интересный дизайн от Жанны Дик, вот такой вот тукан, и пишет нам. И вот такие продвижения на тукане от Жанны Дик. Честно говоря, очень хорошая, простая цветосимвольная схема, но я таки умудряюсь периодически ошибаться и в этой работе, и не раз распускала. Приходилось перешивать какие-то участки. Но в целом получается очень красиво. Я просто затянула с отчетом, и фото сделано почти ночью, поэтому выглядит не очень ярко. Но мы все равно понимаем, как продвигается эта работа. Очень красиво все получается. Ждем мы следующих отчетов. Второй дизайн, который вышивает Полина, это набор фирмы Panna в бразильском лесу. Большая интересная работа, вышивается на аиде 14 каунта зеленого цвета, используя 50 цветов ниточек фирмы Gamma. Пишет нам Полина, что продвинулась в вышивке совсем немного. Начала вышивать оперение попугаев, продолжила водопад, но пока продвижения совсем небольшие. Буду стараться в августе вышить побольше. Что ж, будем держать кулачки, желаем удачи. Отчет Жанны Офицеровой. Жанна вышивает набор фирмы «Мережка», «Она спит». Вышивается на аиде 16 каунта голубого цвета. Размер работы 28 на 28 сантиметров. Ниточки ДМС 40 цветов. Пишет нам Жанна. Вышила в этом месяце очень мало. Был отпуск и ездила в гости. Но последние два дня ударно повышивала. И еще один день в августе захватила. Хорошо было свободное время. Работа очень красивая. Не могу оторваться. Вышила за июль 2705 крестиков плюс 1956 в августе. Очень хотелось посмотреть, как будет выглядеть лицо. На мой взгляд, очень хорошо все получается. Прекрасная разработка, красивая картина. Желаем удачи. Вторая работа Жанны – это набор фирмы «Золотое руно». Здесь у нас ниточки Мадера 37 цветов. Размер работы должен получиться 26 на 36 сантиметров. Вышивается на аиде 18 каунта крестиком в одну ниточку. Вот такая интересная яркая работа. Пишет нам Жанна, что за июль месяц вышила 3467 крестиков. Пишет, что немного получилось, были проблемы с сагой. Ну ничего, у нас еще есть время, с такими темпами. Думаю, что все обязательно получится. Работа яркая, и очень хотелось бы видеть ее в отшиве. У Екатерины Осташкиной случился финиш. Это набор фирмы Lanarta. Прекрасные птички, птенчики в таком вот скворечнике с розами. Вышивка на льне, в крестом в одну и в две ниточки. Екатерина пишет, что очень рада, что смогла завершить работу, что смогла принять участие в нашем СП. Хотела бы взять еще один дизайн, но улетает в отпуск. Что уж, мы желаем хорошо провести время и всегда рады. Отчет Натальи Тан. Наталья вышивает набор фирмы Lanarta, точнее это копия, китайская копия набора фирмы Lanarta, снятого с производства. Размер работы 35 на 35 сантиметров. Вышивается на линде от Цвайгард Мулины ДМС. Пишет нам, что в этом месяце хотела вышить побольше, но получилось то, что получилось. Главное, что работа подрастает. Лето – это такой период, когда хочется гулять и отдыхать. Конечно же, наши жизненные приоритеты, они намного важнее. Ну и вышивка пусть хоть понемножку продвигается. Отчет Юлии Зверевой. Юлия вышивает набор фирмы «Алиса Тюльпаны». Вот такой красивый цветок, яркий получается. Размер работы должен получиться 22 на 25 сантиметров. Вышивается на аиде 14 каунта кремового цвета. Пишет нам Юля, что прибавилось за этот месяц 10%. Итого получается 60%. Пишет, что процесс нравится, все получается хорошо, замечательно. И всем желает вдохновения. Отчет Ирины Силаевой. Во-первых, у Ирины случился финиш, не один, конечно же.
Во-первых, это Риолис, маленький олененок, готов, завершился. Также завершился Риолис, маленький ежик. Мне кажется, Ирина всю серию уже вышила. В-третьих, завершился от фирмы Риолис маленький наборчик «Город и кошки», серия «Лето». И продолжает, еще один финиш, это у нас «Анкор», подбором вышивала Ирина, здесь у нас ниточки ДМС, павлин и голуби. Готовая работа, большая, масштабная, все получилось, поздравляем. Ну и два отчета, это у нас «Лонг Дог Леон», и еще один дизайн добавляет нам Ирина. Это у нас лошадь в розах, набор фирмы Joy Sunday. Прекрасные итоги, много финишей. Поздравляем, но это еще не все. И еще несколько работ продвинулись у Ирины. Это рыжие проказники, набор фирмы РТО. И еще добавляет Ирина одну работу. Это набор фирмы Abris Art, изумруд, вышивка бисером. Вот такие итоги прекрасные. Отлично прошел месяц, плодотворно. Поздравляем. Отчет Светланы Минаевой. Светлана вышивает прекраснейший набор фирмы Lady Stitch, маяк, вышивается на AIDE 16 аккаунта, используется 44 цвета ниточек Анкор, размер работы должен получиться 24 на 17 сантиметров, пишет нам Светлана. С этой работы у меня рестарт. После первого отчета поняла, что перепутала планшетки с нитками. Очень расстроилась, руки опустились. Процесс отложила. Спустя время собралась, все распустила и начала заново. Отшила пока небольшую часть на небе. Скучноватые оттенки, но самое вкусненькое будет впереди. Буду стараться продвигать этот процесс. Что ж, бывают такие моменты. Самое главное, что ты нашла в себе силы и вернулась к процессу. Очень красивый дизайн. Будем держать кулачки, чтобы все обязательно получилось. И также у Светланы произошел финиш в этом месяце. Это у нас набор фирмы «Чудесная игла». Размер работы 19 на 25 сантиметров. Здесь у нас используется 39 цветов ниточек «Мулине Гамма». И пишет нам Светлана. «Вот и закончила я своих пташек. Для меня это был эксперимент. Впервые вышивала на льне. Поначалу было очень трудно. Постепенно глаза привыкли, и у меня стало получаться. Появился азарт, и работа полетела. Получила огромное удовольствие от процесса. Девочки, кто боится равномерки, пробуйте, рекомендую». Отчет Оксаны Яковенко. Оксана вышивает набор фирмы Ланарта, который так и называется «Райская птица». Размер работы 30 на 41 сантиметр. Дизайнер этого набора Мария Ван Шеренбург. Вышивается дизайн на равномерной основе 27 аккаунта ниточками ДМС. 39 цветов и также есть креник. Пишет нам Оксана, что в этом месяце небольшие получились продвижения, так как были ошибки, но не критичные, пришлось немножко распускать, перешивать. Самое главное, работа продвигается. И также Оксана надеется, что в августе сможет завершить эту работу. Мы, конечно же, этого желаем и ждем посмотреть на готовый результат. Очень-очень интересно. Елена Сметанина отчитывается, во-первых, по набору фирмы Dimensions, вот такая прекрасная лаванда, которая вышивается на принтованной основе. Пишет нам Елена, что работе досталось в этом месяце совсем немного, но все-таки продвинулась работа. В лаванде есть смешение цветов, есть какие-то разбросанные крестики, не так чтобы одиночки, но тем не менее. Ну, в общем-то, в каждой работе есть какие-то свои нюансы. Главное, что работа продвигается. Второй дизайн Елены. Это прекрасная девушка, изумруд, называется дизайн, фирма Панна, по картинам мухи. Вышивается эта работа на AIDE 16 аккаунта, используется 59 цветов ниточек ДМС, 29 блендов.
такая непростая работа. Пишет, что медленно, но уверенно работа продвигается, скоро закончатся цветы и начнется вышиваться уже юбка. Посмотрим, как будет идти. Ну вот, на первый взгляд, очень все замечательно получается. Желаем шустрой иголочки. Представляю вам отчет Надежды Дубинской. Надежда вышивает набор фирмы Dimensions «Японский сад». И пишет нам Надежда: чуть-чуть не дошила до финиша, хотя почти весь июль вышивала только этот процесс и успела вышить 14 тысяч крестиков. Всего вышито 96%, что составляет 42 тысячи крестиков. Осталось всего 1600 крестиков. Представляете, уже вот он финиш. Я думаю, что в следующем месяце мы точно увидим готовую работу. Очень красиво все получается. Желаем удачи. А вот отчет Елены Каневой. Во-первых, у Елены произошел финиш в этом месяце. Это набор фирмы Буцила, номер 46471, подсолнухи. Работа вышивалась крестом в одну и в две ниточки на аиде 14 каунта. Размер получился 28 на 35,5 сантиметров. Работа очень яркая, очень эффектно соответствует обложке. Вышивалась быстро, как мы наблюдали за отчетами Елены. Но на этом Елена не останавливается, а продолжает участие с еще одним набором. Это Dimensions, номер набора 65153, щеглы и сирень. Вышивается на ID 14 каунта, но Елена заменила на линду 27 каунта голубого цвета. Вот такие итоги у Елены. Поздравляем с финишем и шустрой иголочки с новым процессом. Отчет Светланы Романовой. Светлана вышивает схему Stony Creek, немножко переделанную. Называется «Скворечники». Размер работы 72 на 58 сантиметров. Вышивается на аиде 14 каунта ниточками ДМС. Пишет Светлана: благодаря вашему вдохновляющему совместному проекту получилось довышивать до 50%. Теперь два скворечника уверенно стоят в моем райском саду. Работа очень красивая, яркая, насыщенная и очень-очень эффектная. Большой объем работы проделан у Светланы. Поздравляем с хорошими итогами. Так держать. Отчет Светланы Непомнящей. Светлана вышивает набор фирмы «Золотое руно», называется «Свежесть». Размер работы 31,3 на 38,3 сантиметров. Всего используется 47 цветов. Ниточки здесь Мадера, вышивается на аиде 16 каунта. И пишет нам Светлана, что до финиша осталось уже совсем-совсем немного, но вы видите, совсем такой маленький уголочек нужно довышивать. Единственное, что есть еще немножко выкладной нити, которую побаивается Светлана, но я думаю, что все получится. Мы желаем успехов. Вторая работа, которую вышивает Светлана, это набор фирмы Риолис. Вышивается шерстью, всего 24 цвета мулине. Также есть мулине Анкор 8 цветов, вышивается на аиде 14 каунта. Работа немножко подросла, хорошее продвижение за месяц, получается очень ярко, красиво. Размер работы должен получиться 25 на 25 сантиметров. Ольга Важенина отчитывается по набору фирмы Ланарте. Размер этой работы будет 40 на 40 сантиметров. Вышивается на равномерной основе 27 каунта. На основе есть небольшой тон. Используется всего 56 цветов ниточек. И вышивка идет крестом в одну и в две ниточки. Вот такие продвижения на данный момент. Работа очень интересная, акварельная. И потихонечку Ольги продвигается. Встречайте еще один финиш от Светланы Миловановой. Это набор фирмы «Сделай своими руками» бархатный ирис. Вышивался на аиде 14 каунта черного цвета. Размер работы 18 на 23 сантиметра. В вышивке использовалось 16 цветов и один бленд. Вот такая красота получилась. Светлана очень довольна итогом и уже задумалась об оформлении. Отчет Натальи Зенькиной.
Наталья отчитывается по набору фирмы Dimensions «Калитка влюбленных». Размер работы 25 на 36 сантиметров. Это частичная вышивка. Вышивается на AIDI 14 аккаунта слоновой кости. Пишет нам Наталья. Пятый отчет и на этот раз фото без прикрас. А все потому, что лето. И времени совсем маловато для любимого хобби. Но все-таки я молодец. Я дошла до левого угла и даже сделала там бэк. СП стимулирует как ничто, и это здорово. Прекрасно, что работы продвигаются даже летом, мы находим время и хоть понемножку их продвигаем. Замечательный результат получается. Встречайте финиш от Натальи Матынга. Наталья вышивала набор фирмы Лука С, ваза с розами и цветами. Размер работы 34 на 41 сантиметр. На AIDI 18 аккаунта. Полная зашивка. Пишет нам Наталья. Ну вот, и последний отчет по набору от фирмы Лука С, ваза с розами и цветами. Отшито 69 600 крестиков. В целом я довольна процессом и результатом. Добавляю фото при искусственном и дневном освещении. На втором фото цвета передаются идеально. Грустно, что мой путь в первом СП окончен. Девочки, всем спасибо за шанс попробовать свои силы. Мы всегда рады видеть в наших СП. Ну и, конечно же, поздравляем с такой шикарной работой. Татьяна Казакова завершила набор фирмы «Чудесная игла», «Семейное гнездышко». Размер работы 19 на 25 сантиметров. Вышивался на AIDI 14 аккаунта. Использовалось 39 цветов, 2 бленда. Вышивка в крест, полукрест, выкладная нить, французские узелки и бэкстич. Вот такая маленькая работа, но очень насыщенная по всем техникам. Ну и многими любим этот дизайн. Многие вышивают, очень красивый, милый получается результат. Поздравляем с итогом и желаем хорошего оформления. Олеся Олесина отчитывается по набору фирмы Dimensions «Поле бабочек». Размер работы 35 на 22 сантиметра. Используется 28 цветов. Вышивка на AIDI 14 аккаунта. И на данный момент у Олеси вышилось 25%. Дарья Ибрагимова, во-первых, представляет нам финиш. Это дизайн фирмы Dimensions, называется «Amaralis». Вышивка подбором на AIDI 14 аккаунта от фирмы Gamma. Мулине здесь сборная, схема из интернета, но результат вы видите какой великолепный. Очень красиво все получилось. Поздравляем с прекрасным финишем. Дальше продолжает участие Дарья также с дизайном фирмы Dimensions, но в данном случае это китайский набор, очень известный маяк, вышивается на AIDI 16 аккаунта, и пишет нам Дарья, что все впечатления по отшиву данного дизайна представит нам уже в следующем отчете. Отчет Катерины Плотниковой. Катерина вышивает наборы китайского производителя. Размер этих работ 40 на 50 сантиметров, полная зашивка. И пишет нам Катерина. В пионах работа осталась на несколько дней. Все цветы почти готовы. Остается всего пара небольших элементов и много фона. Так торопилась отправить отчет, что даже не успела привести подсолнухи в порядок перед фото. Прошу прощения. Разочаровывает меня эта картина все больше и больше. Так нравится сюжет и такая ужасная разработка. Сюжет настолько нравится, что заказала у одного из мастеров, которые делают схемы и комплектуют наборы. Но набор еще ко мне не пришел, пока еще задерживается. По поводу дизайна «Красивый роман», пока еще не выполнен там бэкстич и бисер. Ну, в целом уже осталось совсем немножко у Катерины поработать над дизайнами, и будет финиш. Очень, конечно, жаль, что с подсолнухами такая ситуация произошла, что не очень хорошая разработка и набор вроде бы Катерина заказала, но пока еще не приехал. Ну что ж, терпение, и будем держать кулачки, чтобы обязательно разрешилась эта ситуация, потому что дизайны правда красивые, и если нравится, то нужно вышивать.
Отчет Натальи Евстафьевой. Наталья вышивает дизайн Надежды Ильиной. Очарование нежности. Размер работы 300 на 385 крестиков. Вышивается на AIDE 18 аккаунта ниточками DMS. Всего 70 цветов. Из них 32 чистых цвета, 38 блендов. Вышивка идет крестом в две нити. И вот так подросла работа за этот месяц. Большие продвижения. Получается очень ярко, красиво. Будем наблюдать за ростом этой работы. Елена Семенова добавляет в совместный проект набор фирмы Риолис «Русские ромашки». Номер набора 1478. Размер работы будет 25 на 25 сантиметров. Вышивается на AIDE 14 аккаунта. Цвет льна, ниточки 6, шерсть акрил, 25 цветов. На момент вступления в СП было вышито 20%. Ну и вы видите, как сейчас выглядит работа. Второй дизайн, который добавила Елена, это Dimensions Mini Gold коллекция «Пионы в вазе». Вышивается на AIDE 18 аккаунта, 33 цвета, 7 блендов. Размер готовой работы 17,7 на 12,7 сантиметров. На момент вступления было 12%. Ну и вот мы видим, как продвинулась работа. Очень нравится сам дизайн и процесс, пишет Елена. Желаем шустрой иголочки. Отчет Анны Маркиной. Анна вышивает сэмплер репродукцию старинной вышивки, которую вышивала Маргарет Анн в 1830 году от компании Queenswell Sampler. Размер работы в крестиках 253 на 229. Количество цветов ниточек 21. Здесь у нас ДМС. Вышивается на льне 28 каунта. Цвет летний хаки. Пишет Анна. Спешу добавить фото с отчетом за месяц. Вышиваю немного, но корзинка оказалась не так проста, как кажется на первый взгляд. Требуется внимательность и счет. Вот такие продвижения у Анны. Напомню, что Анна также является спонсором нашего СП. Анна шьет интересные текстильные изделия. И по итогу совместного проекта будет у Анны какой-то интересный приз. Ну а также можно зайти на канал Кани и посмотреть больше информации о данной вышивке. И мой отчет. Во-первых, у меня случился долгожданный финиш, ну наконец-то, и у меня что-то завершилось. Это набор фирмы Вервака «Яркие птицы». Счетный крест. Размер должен был быть 23 на 29 сантиметров. У меня получилось немножко поменьше, потому что я заменила основу на лен. В принципе, работа мне очень-очень понравилась. Были некоторые участки, где был разброс одиночек, и были вот эти участки были очень сложными для меня. Но в целом работа меня порадовала. Особенно мне понравилось добавление металлика 3 цвета. Этот металлик создает очень интересный эффект ковки вот этой клетки. Ну и, конечно же, работа яркая и замечательная. Я этому очень рада, что у меня получилось ее завершить. И приступила я к новому набору. Также это рогоблен, корзина с розами. Размер работы должен получиться 15 на 20 сантиметров. Всего здесь 26 цветов. Это моя первая работа в технике гобелен. Работа, дизайн яркий, интересный. Посмотрим, как будет вышиваться. Первые мои продвижения. Здесь у меня вышито 1600 стежков всего лишь. Посмотрим, как пойдет. Вот такие у меня небольшие итоги за июль месяц. Обещаю справиться и в августе вышить побольше. Ну а на этом у меня все. Ну и хочу напомнить о наших подарках. По завершению нашего СП 1 октября у нас завершается совместный проект. Мы сделаем розыгрыш рандомным способом среди завершенных работ. Разыграем, во-первых, подарок от Анны Маркиной, какое-то текстильное изделие. Во-вторых, от меня будут подарки. Это наборы фирмы Риолис в технике крест и
Blackwork, это прекрасные пионы, лилии, ну и вот набор в крестики тоже кому-то я подарю. Вот такие у нас подарки замечательные. Ну а самое главное, конечно же, это наши готовые работы, наши личные победы. На этом у меня все. Спасибо за участие, до новых встреч и всем пока-пока.